Друзья, привет всем! С вами Ирокес, и есть один парень, который, я не знаю по каким причинам, но вообще никак не показывал свой геймплей в PUBG, хотя является профессиональным игроком, и по идее должно быть в контракте, так что он должен стримить, должен как-то развивать свою медийку, но это была настоящая тайна. Мне всегда хотелось посмотреть, как играет этот парень в обычных играх, потому что на турнирах он показывал просто дичайший результат результаты. И, наконец-таки, мы с вами можем на это посмотреть. Я нашел его катку и не просто какую-либо, а свеженькую соло против сквадов практически на 30 убийств. Это очень дико, поэтому, друзья, уж точно будет интересно. Так что располагайтесь поудобнее, приготавливайте вкусняшки. Просто напоминаю, что этому видео можно поставить лайк. Ты тогда меня, дружище, поддержишь. Ну и если вдруг у тебя появится желание, ты всегда можешь подписаться на канал. Видео здесь регулярный тебе всегда будет что посмотреть это я тебе гарантирую ну а мы погнали Друзья, наконец-таки карантин начинает ослабевать, открываются различные заведения, появляются даже какие-то спортивные мероприятия. Ну и к этим событиям мои партнеры из компании 1X сделали немалое количество различных событий и игр, которые помогут вам отлично провести время, ну и если повезет, поднять свой кэш. А по промокоду Ирокес и ракеты ссылки, которые вы найдете в закрепе, вы получите крутейший бонус до 100 евро к первому депозиту. Всем удачи! И спасибо. Перед вами игрок американской команды Shot to Kill с ником Luke 12 Самый загадочный парень, я видел только, ну вот всю информацию, которая о нем была, это э, хайлайты чуть ли не годовалой давности. Помимо его выступлений на турнире, он очень жестко настреливал даже тогда с ДМР винтовок, просто не промахиваясь, высаживая тачки на какие-то дичайшие и просто бешенейшие расстояния. Но при этом согласитесь, что турнирные игры за ними, ну, во-первых, тяжело наблюдать, не очень удобно. Ты не видишь именно каких-то индивидуальных действий с э, игрока. И ты, ух ты, это что сейчас было? Это читы были, что ли? Вы видели, как он стрельнул по чуваку с дробика, которого даже не видел? Как это вообще произошло? Я, если честно, не понял. Ну и, кстати, естественно, нужно отдать должное. Прыгнул сразу же, начал дико расстреливать чуваков. Вот тут получил, по щам, непонятно как выживает этот парень, вообще не ясно. Сам Люк понимает, что, понятное дело, надо бы отойти, потому что просел по ХП, ну и тут нашел оружие по лучше. Так вот, на турнирах мы не можем увидеть какие-то индивидуальные моменты и умения игрока для того, чтобы для себя подчеркнуть. Там как бы показывают всегда общую картину. На мой взгляд, это не так интересно, не так прикольно. Ну и здесь как раз таки такая Приземленная ситуация Потому что турниры мы то с вами Никто не играем А вот на паблике как раз катать пару-тройку Других человек это всегда интересно Ну и пока что естественно Отступает обратите внимание Не стал бежать там до конца Понимая что у соперника Хп на одну писечку Вообще ну по идее там был шосс притык дробика Еще и пуля с пистолета Все равно непонятно каким образом Этот чел выжил но тем не менее Люк решил сыграть более правильно. Не стал там сломя голову, выбегать из укрытий и пытаться допушить этого чувака. Потому что рано или поздно все равно все встретимся. Вот так вот можно забрать, потом сразу же обоих, когда этот тип друга приведет. И в принципе все нормально, когда уже восстановился, когда уже смог полностью навязывать снова свою игру. Когда ХП было достаточно, можно уже и повоевать. Находит себе М416, естественно предпочитает. Хотя, кстати, вопрос, ее или Берил. Вот сейчас это такое распутье практически всех игроков используют в настолько ближней дистанции 4x прицел в закрытых домиках. Ничего себе, вот это, кстати, если честно, что-то для меня новенькое, потому что все профессионалы, которых я ранее видел или знаю, они такой вещью не занимаются. Да, понятное дело, берут себе иксовки для каких-то открытых пространств э, с 3x довольно-таки Часто играют, но тем не менее, вот так вот с четверки, чтобы видеть каждый пиксель и настреливать по человеку, как только он высадится, это очень интересно. Ну, по факту, до этого я ничего подобного не видел. Наверное, это все-таки из-за того, что очень хорошо у него настроены звуки, он максимально четко может чувствовать и ощущать, где находится соперник. И понятное дело, что прям впритык к нему никто просто так вылезти не может. Именно из-за этого он, в принципе, уверенно себя чувствует с нормальной такой вот высокой кратной иксов. В закрытом пространстве Но, наверное, это просто требует практики Пока что я не видел, чтобы кто-то еще так делал Это очень интересно Получает здесь плюшечку с коряка Естественно, тут же отходит Потому что там далеко не один человек Может его как-то чекать, настреливать Подвосстановился немножечко ХП поднабрал И только теперь уже может перетягиваться Понимая, что его никто не видит Здесь тут же идеальнейшая стрельба Просто невероятнейшим образом высадил человека Человека, не промахиваясь практически ни одной пулей см 416 тут же добивает этого парня седьмым фрагом, подбирая его себе. Пикада уже является довольно-таки приятным и урожайным для Люка, но это еще далеко не все. Соперников здесь еще много и нужно, понятное дело, разобраться с каждым из них. Получил еще одну плюху с коряка, опять же, не пикается, не высовывается, понимает, что нужно сначала отойти, заресторить хп, еще даже немножечко ждет, чтобы буст ты подработали на него, чтобы он не отлетел от какого-то рандомного выстрела в тело, да, и вот только сейчас уже выходит на соперника, слышит прекрасно, что его человек как-то подрашивает, обратите внимание, насколько четко ждет, просто хладнокровно, я бы уже там попытался куда-нибудь позицию поменять, что-то еще, и прицел бы ушел, и когда чел вылез, то э, не был бы готов, здесь же нет такого совершенно, вот если он нацелился, то он будет сидеть и ждать до какого-то определенного момента, а до какого, вот хрен его знает, нужно быть достаточно опытным, чтобы это понимать. Слышит перед собой соперников, прокидывает флешку, добивает еще одного чела, чтобы не давал инфу. Здесь тип выглядывает, ну и у тебя тоже огромнейшие проблемы. Думал, что сможет Люка взять с дробовика. Можно было, кстати, попробовать подойти впритык через заборчик и с прыжка его выстрелить. Если бы ваншотнул, то можно было бы уже перестрелять. А если бы нет, то, ну, как бы, скорее всего, Люк там бы сделал ему инсульт жепы. Ну и нормально. Сколько уже? 9 фрагов, по идее, вынес спека, очень хороший результат. В принципе, за игру в ПК Пабге если человек делает ой, ой ой опять же, обратите внимание, просел по ХП, тут же понял, что надо отходить, спрятался. Так вот, если за игру в ПК Пабге человек делает больше 10 фрагов, то это уже крутая игра, и это реально довольно-таки много, но здесь я так понимаю, что это только начало, потому что девяточка только со стартовой позиции, и еще не девяточка, вот он, он десятый парень, остался какой-то сольник, который, естественно, получает по щам, и это десятый Десятое убийство для Люка. Все, по идее, пикада зачищена. Теперь можно куда-то двигаться. Я так понимаю, что он это будет делать чуть ли не молниеносно. Обратите внимание, выкинул, подобрал патроны для того, чтобы держать инвентарь в еще большем порядке, чтобы они правильно в стаке ложились и чтобы не занимали лишнее пространство. А то, знаете, бывает у вас там несколько пачечек, и они ну, растягивают инвентарь. Не знаю, насколько это решает, но похоже, что Люк является, знаете, таким перфекционистом, и ему нравится, когда вот все прям по полочкам и идет идеально разложено, такой великолепнейший и невероятно четкий порядок даже в игровом инвентаре. Забавная тема, я вот лично никогда так не делал. Вот напишите в комментариях, вы делаете подобную штуку с патронами, выбрасываете и берете снова для того, чтобы они в правильные стаки ложились. Здесь, естественно, его окружают, начинается какая-то заварушка, Люк понимает, что ему можно было бы поменять позицию и занять высоту над соперником, но кто-то настреливает очень-очень больно, флешон, и он спрятался за коробочку, нет, упал куда-то, я думал, что он там сейчас ляжет, плюс-минус было довольно-таки понятно, где он находится в пространстве, можно было сориентироваться, но нет, он решил просто выбежать, здесь слышит соперника перед собой, выглядывает очень четко, обратите внимание, кстати, насколько выверенные ровные движения. Он их особым образом тренирует. Я тоже посмотрел на все его тренировки. Кстати, довольно-таки интересные, тоже необычные, потому что он это делает не в пабге, а в сторонних программах. Но здесь все его движения, они вот прям как будто бы роботизированные. То есть он так оп-оп-оп-оп-оп-оп четенько двигает прицелом, держит его на сопернике идеально. Как только соперник начинает двигаться, то люк тут же прицелом за ним следует. И это, конечно же, очень дикий механический скилл, который нарабатывается только бесконечными часами практики, которые как раз-таки этот парень и проводит за тренировками. Забирает себе 12-го пацана. Здесь еще должен быть кто-то по идее, тиммейт этих типов, который уже, наверное, отчаялся, поскольку, скорее всего, уже даже не знает, как тут выходить его. Все друзья немножечко подслились, так чуть-чуть, но, тем не менее, он должен показать себя. Иди отомсти этому парню, такой сейчас, сука, ты убил моих друзей, я выхожу на тропу войны. Это, скорее всего, будет недолгая тропа, но, тем не менее, надо же попробовать, почему бы нет. Но похоже, что нет. Все-таки этот парень решил куда-то уйти, спрятаться. Хотел сказать, неужели не возьмет 8x прицел? Это было бы супер странно, но нет, все нормально. Бегает стройкой, но нет, решил уже все-таки покидать своего пикада, поскольку один человек, да, скорее всего, здесь и остался, но хрен его знает, когда вот он вылезет, а он, оказывается, все это время сокращал дистанцию с люком и теперь вот сейчас прячется за камушком. Ну что ж, дружочек, давай попробуем, раз голова у тебя только что была, а, ты продолжаешь пикаться с головой Молодец, давай, удачи тебе Всего наилучшего Сам Люк говорит, что за фигня О чем пикался-то, когда я ему дал первый хэдшот Не знаю, вот такой вот пацан Решил так сделать Но вы, дорогие мои друзья, так не делаете Если вам какой-то рандомный Люк-12 на паблике дал хедшот с мини-14, да или неважно с чего, и вы этот хедшот пережили, то лучше больше не пикаться, потому что вполне вероятно, что он вам даст еще один, и тогда уже будет не очень, оби... не очень приятно. Но ну, и тем не менее, все равно, оно, знаете, когда у вас малое количество хп, это психологически давит, и соперник начинает там как-то даже немножечко нервничать, делать какие-то поспешные движения, мувы, еще какую-то фигню. И это очень сильно можно сказаться, даже просто на любой игре. То есть, ну, грубо говоря, вы бы перестреляли этого чувака, который перед вами в обычной ситуации. Ой, сколько голов полетело! Ребят! Как у вас дела вообще? Два нока моментально с миника. А, нет, три, простите. Нет, все-таки два. Ну ты, ну, вылези, ну дай башку усюка, тю нет, не получается добрать еще одного чувака. Здесь вроде нет, не успел никто подстилить у люка. Здесь прокидывает гранатку, разогрел немножечко чеку. Так вот, короче, типа, если у вас мало хп, в обычной ситуации вы перестреляли этого чувака. А вот когда такая критическая, начинать там нервничать и вот уже там как пойдет. Поэтому лучше вообще так не делать. Здесь прокинул молотов, добил одного из нокнутых. челка то а нет, это у люка никнейм 4812. Там еще кто-то догорел, еще кто-то умер. Араб Сауседж, арабская сосиска Ой, oh, еще даже выпрыгнул так в дверной проем Говорит, здорово, FBA, open up И все, и <свят> забирает чувака Который даже не знал, как ему спрятаться Нифига себе, 7 смоков Берет с собой, одну всего лишь ХАЕшку, а не многовато ли Мне кажется, что, не, ну вообще Обычно профессионалы как раз таки Используют такое большое количество Гранат, и тем более смоков Это, ну, это граната Которая может просто поменять игру Здесь замечаю чуваков, с которыми с которыми стрелялся этот сквад, прежде чем люк их закрыл, немножечко не хватает. Нет, все-таки хватило, замечательно. Сам вот не был доволен своей стрельбой, видели, начал немножко так двигать мышкой, дергаться, еще что-то делать. Типа, может быть, у него там рука как-то закостенела, устала, может быть, еще что-то, неизвестно. Но стрельба явно была не идеальная, а для такого парня это, в принципе, недопустимо. Он, я уверен, тоже вот недоволен, когда так не попадает. Не стирает чувака Супер дико, ну и это правильно Потому что чем больше вы будете недовольны Своей стрельбой, тем Ой-ой-ой, это что за ВХ, я даже не видел Этого парня, он услышал Походу, как тот как-то подкрадывается Подбегает или еще что-то сделает И решил кинуть хаешку на опережение Так вот, когда человек Знаете, всем доволен такой, типа Ну да, стреляю не в голову А в тело, ну и так нормально То, понятное дело, он в голову никогда И не начнет стрелять, а тут то же самое, типа если ты не стираешь человека как киберспортсмен, значит, еще нужно вот куда-то подрасти. И вполне вероятно, что может быть, и до такого уровня дорастешь, а даже если нет, то все равно до более хорошего уж точно. Замечает в открытом поле соперников, это супер приятно, потому что вот здесь можно сделать так, не вовремя ты, дружочек, отошел, просто пикселем свою голову сохранил, но тем не менее этого все равно было достаточно для того, чтобы на 238 метров люк разобрал тебя, забирает Литл Лероя, услышал еще в спине человека, здорово, ой-ой-ой, не взял упреждение, правильно, стоячего чела не убил, хотя должен был этого чувака стирать вообще в нулину, но немножечко просто не угадал по дистанции. Подумал, что нужно стрелять с, э, повыше, но мини-14 имеет очень хорошую баллистику и очень хорошую скорость полета пули, поэтому можно было, в принципе, стрелять и так, и так, точнее, нужно было стрелять прямо в голову, и тогда бы все было хорошо, замечательно. Здесь, обратите внимание, первый парень пошел рашить, тут же люк разогревает гранатку, сразу же, чтобы если кто-то подойдет ближе, то не смог он как-то поднять своего тиммейта, прокидывает еще один молотов, естественно, сам не выходит в открытую rash держится так, чтобы только голова у него торчала и пекалась на соперников. Вот здесь пошли какие-то флешки. Бежит не напрямую, чуть-чуть берет угол, естественно. Для того чтобы опять же выходить с не самой ожиданной позиции. Тут чуть-чуть рельеф сыграл не на его пользу, не в его сторону. Понимает, что сейчас идут какие-то разрезы, прокидывает гранату. Там еще тачка что-то прокатилась. Это, видимо, кто-то подъехал и резко вышел. Не успел нормально нажать по тормозам. В смоки, понятное дело, не идет. А, это была бомба замедленного действия. Это кто-то прикрепил C4 к машине и направил ее в сторону люка. Этого я не слышал. Здесь еще в спине оказался тип, который так больно получает по башке. Воу! Что это за читы? У него только голова торчала, и при этом люк вообще не промахнулся. Если бы я вот так пикал и меня кто-то бы стер вот настолько быстро, настолько жестко. Тем более с ником 4.8.12 смайлик, то я бы 100% сказал, что это читерская какая. Это сука, потому что ну невозможно. Так, ну что ты что ты вообще вытворяешь? Кстати, забавно, зачем ему такой ник? Ты специально что ли нарываешься на репорты? Ну вот тут хотя бы стрельба пошла, хрен пойми, как может быть из-за того, что. Однерочка у люка, может быть еще что-то, пока непонятно. Обратите внимание, стрельба некачественная, потому что куешится все время. Понимал, что в него кто-то тут целится со снайперской винтовки и голову получать, естественно, не хотел. Поэтому, ну, выжил максимум из этой ситуации, но тем не менее не попадал совершенно. И очень многие, кстати, игроки, насмотревшись там различных вот таких вот приколов, начинают куешиться даже тогда, когда это не нужно. То есть это очень сильно влияет на стрельбу. Даже вот настолько профессиональный игрок, который вы просто посмотрите, как жестко наваливает, у которого АИМ и стрельба на величайшем уровне, тем не менее, как только вот он начинает куешиться и делать всякую вот такую фигню, стрельба тут же падает, он не может попадать по довольно легким соперникам. И, естественно, вам тогда будет ну, невероятно трудно в разы. И когда это просто чел бежит по полю, и вы начинаете вот эту вот фигню делать, то ну, не стоит. Нужно понимать, когда это нужно, когда это не нужно. И вот, в принципе, по опыту делать. А то вот излишние движения, они тоже никому не нужны. И тем временем уже осталось всего лишь 9 игроков, а Люк забрал себе 24 убийства. Это просто просто какая-то бешенейшая нереальная тема. Походу четвертый человек, который начал делать стабильные катки на 25 плюс килов. До этого это были Таглитон, Клиб и Шримзи. Сейчас вот еще один парень походу появился, но посмотрим, насколько будет это все у него частым явлением. Здесь вот опять же из-за куешек не может добрать чела, который просто мансит вправо-влево. Не очень жестко мансит, но потому что опять же у Люка здесь имеются соперники вблизи. Он это, видимо, как-то понимал, ощущал, знал. Прокидывает гранаты. Обратите внимание, на врагов он в принципе никогда практически сам не выходит. Он держится постаментом в каких-то своих укрытиях, в какой-то своей позиции он не идет на поводу у соперника, а навязывает свою игру. То есть здесь как только враг ошибется, как только он его поймает на чем-то, то тут уже сразу же естественно начнется его доминация, начнется его инициатива. Здесь понимает, что позиция у него не очень хорошая и что его сейчас могут конечно же очень легко закрыть. Поэтому полностью крутит по циркулю весь синий ободок и только потом уже будет заходить в зону. Слышал вот здесь когда-то давно чувака, думал, а где ты находишься? А вот он он, 25 фраг имеется, осталось всего лишь 5 соперников на карте, уже 4, кто-то только что отлетел, ну и здесь Люк просто там проверяет на наличие гранат, очень быстро так прочекал, лутаться не стал, здесь очень аккуратно выпекал первого соперника, получил совсем немного у него э, урона от него, и тем не менее забрал очень легко парня с фулл Т3, просто потому что опять стрелял только в башку, насколько же дикий АИМ у этого парня, я если честно... Такого даже не знаю, видел или нет. По-моему, даже Таглетон настреливает механически не так бешено. Он, кстати, так более агрессивно наигрывает. Люк больше в такой обороне и, знаете, по учебнику. То есть вот тут вот реально ищет соперника, ловит его на каких-то минимальных вещах и потом не дает уже обыграть себя. Интересная тоже тактика, но понятное дело, что у каждого свои какие-то навыки, свои наработанные темы. Замечает соперника, сейчас походу будет одна филигранная хаешка. Да, ой-ой-ой, как же больно взорвало жопу этому парню. И это, дорогие мои друзья, топ-1. 20 7 убийств и вот реально one man army. То есть один человек, который раскатал все, что можно и дичайшая доминация над соперником. Невероятно круто. Наконец-таки я смог посмотреть, как играет этот парень. Мне было очень интересно. Надеюсь, вам тоже. Ну что ж, друзья, спасибо огромнейшее, что досмотрели это видео до конца. Как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. Счастья, здоровья, удачи и, конечно же, до новых встреч. А следующее видео. Уже совсем скоро.